У вас очень хороший вопрос. Кто же напал, да? За нападениями, либо... Кто замовляет зверячие напады на активистов в Одессе? Либо Туханов, городская власть, либо сепаратистские... Антиукраинские подпили, особисти ворги жертвы. Либо городская власть, либо сепаратистское подполье, либо личные враги. Вы знаете, я бы мог дать ответ, но это было бы гадание кофейной гуще, но просто я хочу обратить внимание на то, что ответ может быть правильным, что все три ответа могут быть правильными тоже, потому что группа Труханова, они могут быть и латентными сепаратистами, и личными врагами Стерненко и Стименко. Так что, в принципе, может быть и такое, что правильные все три ответа одновременно.